очень рада, что в нашей школе появилось такое место, где дети могут узнать об истории своих бабушек и дедушек, могут прикоснуться, вспомнить прошлое, могут найти контакт со своими предками, и я надеюсь, что музей будет только расти и развиваться дальше. Ваш музей изумителен. Он четко представляется. Все продумано одно за другим. Все выполнено очень тоже четко, хорошо, красиво, основательно. Впечатление о музее? Ну, мы как бы впечатлены очень. Вы впечатлены, вам понравилось? Все очень понравилось. Я хочу, чтобы он был еще лучше. На репетиции было такое волнение, что вдруг не сможешь, вдруг не получится. Иногда вот, у меня у самой лично это волнение до слез доходило. Было. Когда мы встречали ветеранов, мы встречали дружно, с заботой. Мы не хотели не пропустить ни одного ветерана. Мы их провожали. Я надеюсь, им понравилось наше выступление. Ну, а у тебя настроение у самой какое? У меня очень настроение веселое, хорошее, радостное. Ты потом своим друзьям будешь рассказывать, как ты встречала ветеранов? Конечно же, я буду им рассказывать. Мне кажется, им, может, тоже когда-нибудь захочется встретить ветеранов так с душой, с заботой. Международный союз бывших малолетних узников имеет свой устав, и мы в этом уставе записали, значит, постоянное разъяснение, постоянная пропаганда, и мы должны, значит, развенчать этот фашизм, мы должны людям показать все его пакости, и нужно показать нам, наша задача, мы выполняем свой устав. Это наша задача, и мы его выполняем. Итак, дети и молодежь должны знать, что фашизм – это преступление, и это преступление не должно повториться. Совершенно верно. Фашизм, мы все время всем доказываем, что фашизм, во-первых, это рабство, это насилие. Это один вид людей, значит, считает себя выше всех, а все остальные – это недочеловеки. Несмотря на то, что, значит, ну, это неправильно. Я знаю Урал. Я не знаю Урал. Удивительный мир, среди гор, среди скал, удивительный край. Как тебя не любить, даже камни твои нас спешат удивить. А народ здесь какой, нет такого нигде. Никогда никого не оставят в беде. Ты могучий и гордый, мой приветливый дом. Край державы опорной, славен мирный. Thank you.
как для матери, очень важно, чтобы дети росли человечными. И сейчас такое время, мне кажется, даже немного жестоко, когда у детей вот какой-то вот такой душевной человечности нет. Но когда появился вот этот музей, мне кажется, он вот детей просто сподвиг на то, чтобы они были более чуткие друг к другу, более дружеские, более понимали друг друга. И мне хочется, конечно, поблагодарить вас, потому что такая вот у меня дочка приходит всегда радостная, всегда рассказывает столько эмоций. И мне так нравится, что именно ребенок занят чем-то вот важным в жизни, не просто сидит около телевизора или компьютера, а именно он вдохновлен чем-то, ему хочется, и ей вот она прям настолько глаза светится, когда... Ну и закончить нашу встречу я хочу самой такой жизнеутверждающей мелодией. В наше непростое время борьбы с болячками эта песня «Я люблю тебя, жизнь».